Коля, интересный ты человек. А здесь у тебя начальник есть, так что уж будь дома. Да, вот такой у меня босс. Ага. Не, если по правде, то понятно, что начальник дурак. Но и как во всей нашей жизни, главное, чтобы человек был хороший. Правда? Вот он такой. Мой начальник совсем меня не замечает. Мой начальник на взгляды он не отвечает. Я не боюсь секретарь по мелочам, а я о нем мечтаю, таю по ночам. Было хоть раз на мой стендап. Смотри-ка, я просто знаменитость. Просто хочется клиентов получать. Зажигай меня сильнее, мой начальник не гей. Боюсь, не стоит рисковать, Коля. Ты сколько сахара сюда кладешь? Я думал, мы вышли из кризиса.